Дедушка, откуда у меня кровь на щеке? У кого? У иконы, которую мы утром встретили. А, это ты про Иверскую? Райская? Иверскую. Расскажи мне про нее. Давно это было. В земле греков. В городе Никее. Правил тогда император Феофил. И вот примерещилось этому императору, будто иконы – это идолы языческие, и решил он их уничтожить. В Никее жила одна благочестивая вдова, и к ней тоже пришли с обыском. А у вдовы была икона Божьей Матери. Это была икона ее родителей, и она очень ее любила. И ни за что не хотела ее отдавать, потому что воины бы ее уничтожили. Воина того звали Варвар. Чтобы он не забрал икону, вдова пообещала ему много золотых монет. А срок он ей дал всего лишь один день. Сперва вдова пошла к старшему брату. Он был хранителем библиотеки. Но воины уже и там побывали. Старший брат отдал ей все, что имел, но этого оказалось мало. И вдова отправилась дальше, к среднему брату. Он был настоятелем небольшого монастыря. Для монастыря это было очень тяжелое время. Они не подчинились указу Феофила, и теперь монахи либо попадали в тюрьму, либо бежали в другие страны. Тех монет тоже оказалось недостаточно, и вдова отправилась к своему младшему брату. А тот был известный иконописец. Феофил приказал иконописцу растоптать икону ногами. Это, мол, только изображение, а Христос не обидится. Умный был монах, смелый. Ах, только изображение. Ну, тогда я лучше вашего императора растопчу. Не собрала она всех денег, а вечером пришел варвар. Да как же он смог? Вот, смог. Я, бабуля, так никогда бы не смог. Спи. Поздно уже.
Ворошилов! А я Будённый! Товарищи, я хотел бы пригласить вас в гости. Бой! Пусть гром гремит! Пускай пожар кругом! Мы беззаветные герои все! Ребята, может, зайдете ко мне? Борьба! В атаку! За нашу жизнь! Борьба! Эй, Белов! Если хочешь, приходи завтра помогать нам! Придешь? Пошли, ребята! Здрасте, Иван Иванович! Здорово. Бабушка! Представляешь, пионеры позвали меня помогать им! Помогать? И в чем помогать? Да я точно не знаю еще. Что это? Икона. Вот та самая, помнишь, которую ты райской называл? Они гвозди ей вбивали. Так ведь на ней не видно ничего. Зачем она нам? Ну, нельзя же было ее оставлять на улице. Видишь, какая она мученица. Еще разок с предпоследней фразы. Ой, почему свет погас? Ой, мамочки, я боюсь. Ребята, внимание! Концерт отменяется. Как? Почему? Почему? У нас настоящее коммунарское задание, товарищи. Но вот вы хотите, чтобы у нас в республике был построен новый прекрасный мир? Хотим. Понятное дело. Ну а перед тем, как строить, что нужно? Ну правильно, старое разломать. А как нам его разломать? Да о том и речь, товарищ. А вот у кого из вас иконы имеются? А при чем тут иконы? Да при том, иконы, церкви, сказки поповские про боженьку. Вот что нам мешает. Контрреволюция — это все. Но мы-то с вами новый мир будем строить. Не на небе, а на земле. А иконы нам нужны для костра. Да-да, для костра. Зачем костер? А затем, что это наша революционная агитация, понимаете? Ну, у кого иконы есть? У меня дома нет. И у меня нет. Товарищи, у вас же есть тетки, бабки, деды и прочий несознательный элемент. Можете с чистой совестью брать иконы у них. Ясно? Ну что, голосуем за костер? Руку! А ты что же, Белов, ты что, против? Нет, я за. Тут колебаний быть не должно, Белов. Ты же хочешь быть в наших дружных рядах? Хочу. Ну то-то же. У твоего деда иконы есть? У меня бабушка. У бабушки иконы есть. Есть, но... Ребята, внимание! Белов живет с бабушкой, и она, как дореволюционный пережиток прошлого, держит иконы дома. Ты, Белов, будущий пионер. Ты наш человек, Белов. Мы в тебя верим и даем тебе пионерское задание. Ты должен, обязан принести для нашего костра бабушкину икону. Ребята, кто за? Ты понял, Белов? А бабка твоя пусть... Электричество молится. Петя, а что у вас в школе хорошего? Бабушка, отдай мне эту икону, которую ты на улице нашла. А? В школе у нас сейчас борьба идет, понимаешь? Сейчас все борются. Нам велели иконы приносить. Борются? С иконами? Ну да. Отдай мне хотя бы эту, темную. И думать не смей. Ну почему, бабушка? Это ж не простая доска, Петя. Это образ, за которым сама Божья Матерь стоит. И
Это святыня, перед которой молились твои деды и прадеды, и их деды и прадеды. И многим она помогла. Разве можно ее обидеть? Кого ее? Ее, Богородицу. Мы светлое будущее на земле строим, а ты... Эй, Белов! Белов! Ты-то мне и нужен! Ну, рассказывай, как твое задание? Дала папка икону. Да нет пока. Эх, брат! Жизнь-то у нас настает, какая ручь чудесная! Мы же рай на земле строим, и ты строишь. А бабушка твоя нам мешает. Ну потому как она старая уже. А ты, ну вот ты, как будущий пионер, должен открыть глаза. Ой, ой, сейчас помогу. Как? Убеждай, доказывай ей, что Бога нет. Да я пробовал, а она ни в какую. А ты все равно гни свою линию. А может, не надо? Заруби себе на носу, Белов. Завтра не принесешь икону, не видать тебе пионерского галстука, ясно? Сейчас тебя закидаю. Давай, сестра. Кидай! Ай, промазал! Сиди, голубчик, занимайся. Я ненадолго. Все, ребята, нам пора. Белов? Принес. Ну, молодец. Эх, да с такими, как ты, мы бы давно врагов разбили. Неси в сарай. Пошли, ребята. Да, пошли.
Кому возопию, владычица? Кому прибегну в горесть моей, яще не к тебе, царица небесная? Кто плач мой, воздыхание мое приимет, аще не ты, ты непорочная? Мишель, смотрите, мальчик! Мальчик! Мишель, подайте ему! Надежда христианы, прибежище нам грешно. Кто хочет тебе в напастях защитит? Услыши оба стенания мои и преклони ухо твое ко мне, владычица, мать и Бога моего. И не презри меня, требующая твоей помощи, и не отрени мне грешного. Вразуми и научи меня, царица небесная, не отступи от меня, раба твоего, владычица, за роптание мое, но будь мне мать и заступница. О, пионер! Выпить хочешь, пионер? Папиросу хочешь? Короче, пионер, деньги есть. Опа! Вручаю себе милостивому поклону твоему. Приведи мне грешного к тихой и безмятежной жизни. Да плачусь о грехах моих. Владычица, царица небесная, ты мне упование и прибежище, покров и заступление в помощь. Царица моя, предлагаю скорая заступница, покрой твоим ходатайством мое прегрешение. Защити меня от враг видимых и невидимых, улегчи сердца злых человек, восстающих на меня. О, Мать Господа моего Творца! Ты еси корень детства и неувидаемый цвет чистоты. О, Богородительница, ты подашь мне помощь немаштующим и плотскими страстями и болезнующим сердцем, единого Твоей с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имя заступления. И Твоим причудным заступлением, да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная, преславная Божия Мать Мария, тем же с упованием глаголю и пью. Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. Богородица, прости меня. Бабушка, а что с Имерской дальше было? Вдова поняла, что за иконой сама Царица Небесная приглядывает, и отпустила ее в Афонский монастырь. Как отпустила? Опустила в море и отпустила. А варвар что же? А он, Петруша, раскаялся и тоже в монастырь ушел. Такое бывает. Иной человек и грешит, а кается. Ищите вторая икона.
Ты что здесь делаешь? Ты что, Белов? Мы собираем, а ты расхищаешь? Тащи его из сарая. Это что же получается, Белов? Мы тебя в пионеры хотели принять, а ты... Ты же не прошлый уже? Ребята, идите в вас. Ну-ка, дай, тебе говорят. Ну-ка, отпустите его. Да ты успокойся, Белов. Ну ты погорячился, с кем не бывает. Закваска-то у тебя правильная. Я в тебя всегда верю. Ну что? Ты же с нами идешь, светлое будущее, икона твоя черная, как головешка. Ну зачем она тебе? Давай-ка ее брать сюда, ей в костре самое место. Так нужно, брат. Для счастья трудового народа ты потом сам поймешь. Нет, я передумал ее жечь. Ах, ты передумал? Да. А вот мы не передумали. Ну, теперь выбирай, Белов, на всю оставшуюся жизнь. Темная икона или верные друзья и красный ленинский галстук.